Так, значит, берешь любой текст на английском, ну, допустим, копируешь его, открываешь интернет, и вот тут вот вверху в строке поиска пишешь переводчик, надавила Enter, высвечивается сайт, вот Google переводчик, Translate Google.com. Он всегда будет первым высвечиваться. Открываешь. Вот тут экран делится на две половины. Тут должен быть у тебя английский стоять. Ну, если его нету, вот куча языков, выберешь английский. И вставляешь вот этот вот текст. Ну, или можно руками написать на английском. Ну, тут язык перевода тоже выберешь любой. И чтобы прослушать, вот у тебя внизу есть такая кнопочка «Прослушать» и жмешь ее. London is the capital and largest city of England and the United Kingdom, with the largest municipal population in the European Union. И слушаешь. London is the capital. В принципе, это все, что тебе надо знать. Тут, по-моему, если... London is the capital and Да, если несколько раз жмешь, он сначала медленно читает. London is the capital and largest city of England. И быстро. London is the capital and largest city of England and the United. В общем, все.